Так, всем привет. Мы продолжаем Гринча. Мы вернемся назад. Нам надо создать это, как-то он называется, ракета-прыгич. Вот. А, на ракета-прыгичах будем. Погнали. Бинокль есть? А хренушки 20 я его создам. Вообще-то. В курсе? Тут надо ой-ой-ой, сколько деталей. Ну ладно. Это давайте сюда пока. Окей. Это разворачиваем. Сюда мам. Так. Это пока можем только гадать куда. Угу. В принципе, вот так это может быть, правильно? Нет, точно не так. И точно не так. Ну ладно. Зря я сюда пришел. Ракета прыгичем еще не пахнет. Что мы можем кулиси сделать, скажите мне. Мне, кстати, очень-очень-очень-очень хочется вернуться там, где статуя мэра. Я немножечко подсмотрел, так сказать. Там надо просто задоджить. Красиво задоджить. Подарок сюда. Школьник. Музычку вашу можно вырубить? Нет. Тун-тун-тун-тун-тун. Школьничка оформляем. А где тот мой дяденька, который... Получи, сынок. Оп. По-моему, я еще тут один подарочек просрал. Да. Смотрите, танцует, ничего не подозреваю. Здорово. Эй! Who you, мистер? Назад. А, понял. Ай, муха. Ай, отстаньте. Подождите, а мне сюда? Открывайся. 9. А, кстати, школьник, да? Школьник. Оп, подарочек дяде Гринчу дал. И пошел вон. А как? А я сюда не могу? А сюда могу? Видимо, никак. А тут же мне надо? Статуя мэра тут? Или нет? Или не тут? Подскажите. Да, тут. Окей. Сейчас как-то затестим. Здрасте, дядя полицейский. Можно Гринч пойдет? Статуя мэра изуродует. Давай, проходи.
Вообще, я немножечко подсмотрел. У меня, оказывается, здесь просто лучи не отображаются. Давайте логически мыслить. Я должен просто перепрыгнуть эти лучи, но я их не вижу, мои действия. Пришло время повеселиться, мистер мэр! Давай. Просто великолепно! Да! Здорово! Такое чувство, что он камнями облепил вокруг, а не наоборот. Выбрил его. Тун-тун-тун. Да тут ничего нет. А полиция там еще ходит? Да я и так выхожу. Не переживай. Не переживай, я и так ухожу. Сейчас мы посмотрим миссии здесь. Бросать дома тухлые яйца. А вот что себя остановить, чем я такая, вообще не знаю. Кстати, мне еще один дом надо где-то взять. Где? Тун-тун-тун. Увел. Ой. Ой. Так, тут школьник стоит, я помню. Школьник. Дядя Гринч тебе пришел. Оп. Эй. Так, там тухлодырок я уже ему сделал, да? Что там у дяди? Сделал же? Да. Тут сделал. Отсюда. Есть. Здорово, но... Не понял. Так, перемещаемся. Это что? А, портрет мэра. Все, что могли, в принципе, сделали, правильно? Подарков очень много. Где их, сука, возьму, скажите мне? С ума сошли? Это очень много подарков. Так, разворачиваться я тоже подсмотрел вчера. Треугольник и кружочек, или треугольник и квадратик. Что-то так, что-то там так надо было. Оп. Поехали в Хувельский лес. Так, еще вопрос. Как я должен забрать этих... Окей, там, где я уже кидал дымоходы, ой, ульи, там уже дым не идет. В трубах. Тун-тун-тун-тун-тун. Оп. Что этот псих тут? Ой, отстань от меня. Тун-т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 ун. Так, тут лосиха охраняет. Где отсюда? Машешь. Что, тут подарки не золотые? Прикол. Дядя. Не хочешь отдохнуть немножко, а подарочек золотая? Благодарю. Так, это самое тяжелое, что есть в игре. О, я вспомнил. Точнее, подсмотрел. Оп, красиво, правда? Оп, недолет. Что тут за чмо там кидает меня? Оп. Да.
Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Давай, чё ты спишь? Оп. Оп. Это тут. Оп. А мои действия? Меня кидают снежками или у меня галлюцинации? Ну этот понятно. А что сверху меня кидают снежками, сволочи? Блин, еще развернись. Чуть не спрыгнул. Подождите, это очень тяжело. О, боже, как это тяжело. Так. Тихо. Он в какой-то момент перестал на этот жать. Так. Так. Тут надо свою технику делать. Ух. Так. Это пытки, конечно. Ух. Так. Тихо. А, вот этот дуралей. Надо чисто так словить этого урода. Пиндос. Главное не упасть. Вот куда ты козел. Все? А теперь вот так хочешь, дружок мой? Да не нанашился. Идиот. Хотел бы я сюда упасть или нет? А там что-то красивое, видите? Ай, блин. Ладно. Пока сюда, наверное, рановато, что ли? Оп. 10. Отлично. Господи, я тут перепрыгнул. Ух. Это было очень тяжело. Ракета прыгала, и кто? Быстро. Погоди, псих. Свой, отстань! Дай я выйду. А, окей. Бузай. Бузай. Как я пройду, если этот псих у меня тут будет? Или как вот эту вот слониху? Как я ее должен? Вот как? Что я с ней должен делать? А это четкий намек мне, что я зацеплюсь или нет? Ух. Своей елкой еще получу. Елкист, блин. Ой, тут лагает что-то у меня. Да отстань. Так. Я могу здесь еще раз смотреть красиво. Вон пещерка какая-то, но там как-то лезть надо, что ли.
Я еще не умею. Чуть не упал. Отстань ты, орешь там. А у меня уже этого нету, да, наверх? Возможности залезть. Фак. Печально. Так. Включит лифт. Го. Так. Дальше что у нас? А, свиточек. Gotcha! Ты нашел все полностью. Окей, теперь у меня есть ракета прыгич. Мои действия. А, это прикиньте, сюда надо тоже закинуть. Поехали. Так, тогда возвращаемся в убежище, делаем ракета прыгич. Оп. Оп. Дайте мне ракета прыг. Тут вообще задание пипец. С этими сулями сначала надо справиться. Оп. Макса вообще нигде не подзывай, надо Макса где-то оставлять, наверное. А, или в любом случае, что его зову, он будет. Go, Max! Go, Max! Max? Да. Так. Что мы видим? А, нет, я не хотел уйти. Спасибо, игра. Я не хотел уйти. Не хотел уходить. Такс. Так. Не, мне кажется, он тут вот. Вот так точно. Где еще угловая? Я не вижу. Ее как будто нету. Лес. А, вот я ее держу. А вот как раз она. Нет. Окей. Секунду. Это прям по центру. Это так. Так. Нет, не так. 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 Окей. Взяли. Гринч может подниматься высоко в воздух при помощи пружин ракет, которые и позволяют ему это сделать. Чтобы получить леталку, которую он так страстно желает, Гринч должен провести над спиралью все необходимые модификации. Ракета-прыг недоступен. Класс. Я его сделал, он недоступен. Ладно. Погнали в хулес. Хулес. И затестим, что оно такое. Как переключаться между ними? Оп. И. Оно. А у меня даст жизни, что ли? Окей. Давайте подумаем, как лосиху я могу победить. Каким чудом вообще? Что она боится? Макса боится она? Сейчас, секунду. Go, Max! Ну, что-то ей вообще все равно.
Вот это прикол. Вот оно как было. Ладно. Есть. А тут справа домикс тоже, да, дымит. Окей. Да тут. Тут надо быстрее переключить. Оп. Оп. Ой, как? Что надо делать? А, вот так. Снизу я просто не смог долететь. Эй, Гринч. Чё, с ума сошёл? Я вообще не слышал. Всё. Проиграть можно. Тун-тун. Ладно, бери. Есть. 4. Окей. 4 домикса есть. Блин, это тяжело. Это 100% с этого улья надо туда добежать. А я успеваю вообще? Одну секунду. Нет, нигде ближе. Лосиха, может. А, есть. Оба. До свидания. И побежали. Тури-ту-тури-ту-тури. Вот это печально, конечно. Есть. Вот, берем. Побежали. А как елочки пилить, мне интересно. Так, есть. Бэм. Так, надо взять эту штучку на все. Музычка такая тут прекрасная. Так, ты что не берешь? Так, тут этот сумасшедший, надо с этой стороны. Наловчились? Есть. Так, это какой? 7-й дом. Окей. И на горе еще 1, 2, 3 дома на горе. Ой, опять меня заставляют прыгать по этим хреням. А тут, я так понял, я еще не могу лазить или что? Что тут надо? Использовать для... Весь для лазания по стенам. Окей, понял. Точно не могу. А что если я с этого дома? Тут можно забузить? С дома туда не долечу никак. Ой, придется прыгать по этим штукам. Я больше всего не люблю. Не, не получится. Придется только прыгать. Вот этот школьник сумасшедший меня кидает. Так. Так. Что у нас с этой стороны? Ой. И? А что это за дырка тут? Тебе нужна емкость с клеем? Я пока не знаю, где ее взять. Извините. Ух, думал, еще упаду, на самом деле. Бау. Так, а где лосиха там? Снизу, сверху. Чел, не будешь меня душить? Лосиха. Еще раз удар. Оп, а теперь нахуй.
Спасибо. Так. Теперь работаем. Бау, бау, бау. Подождите. Один дом у меня за спиной. А, еще центральный дом. Жестко. Там на лифте надо будет. Не понял. А в чем проблема? Не понял совсем. Ну ладно. Бросаю. А сразу так нельзя было. Так, тут в принципе все, тут только потом за елками надо подняться. Вон 10. Я надеюсь. Ух, лифт здесь. Слава богу. Там мы настреляем этих самых улиц. Раз, два, три. Пойдет. Погнали быстренько. На лифтик, поехали, 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 поехали. То есть игра мне говорит, что я смогу? Реально смогу? Да, смогу, прикиньте. Yeah. Да, здорово! Ну хотя бы что-то выполнил. Мои действия теперь. Прикол, а я больше ничего не могу сделать. Правда же ничего? Миссия. Испортить лыжи мэра. Заменить свечу на торте. Болить новогодние елки. Пушку с клеем. Разбить все подарки. Так, что-то... Мне кажется, что я ничего не могу сделать пока. Бегу вниз. А стоп, а этот дом, я этот могу зайти вообще? Подождите, может это какой-то дом открытый? I'm home, honey. И? А, это такой дом? А, или я открыл теперь все дома? Вот в чем вопрос. Ауч. Так. Но я здесь ничего не вижу. Вон еще можно попробовать наверх туда запрыгнуть. Ничего, ну прям совсем ничего. Ничего, пчелы еще летают. Если прям задница на все прыгать, то ничего не ломается. Окей, пока выходим отсюда. Я не знаю, со всех ли так домов повыходили. Да, за все. Эй. Со всех. А, слизометный. Бля, они меня сейчас съедят. Идите отсюда. Эй. Отвалите. Вы что, гоните? Отстаньте от меня. Надо валить из этого домика с пчелами.
Так, второй дом залутанный. Это мы вообще где? А, окей, это эта сторона. Чекаем третий дом. I'm home, honey. Понял? Блин, как прицепились сразу на меня. Берем чертеж и валим отсюда. Так. Наверное, на выход еще рановато, да? Тут всего два дома было, да? Потом вернемся в самое начало. Когда все дома посмотрим. И опять наверх надо лезть. Эх. Эх. А вдруг банка с клеем? Вначале. Слеземётный кусок чертежа. Опять. Удирать. Так. Ничего больше, валим отсюда. 3-4 дома я уже посмотрел. 5-6 будет, да? Угу. Это 5. I'm home, honey. I'm home, honey. Тут вообще ничего нет, просто надо лезть наверх. Бах. Бах. Только комары эти. Оп. I'm home, honey. Вообще, кстати, ни черти ж, эй, даже попасть не могу. Ни чертежа, ничего нету. Вонючие осы или кто это тут есть? Всё? Я во все дома позаходил? I'm home, honey. Да, тут был. Окей. Турун-тун-тун-тун-тун. Турун-тун-тун-тун-тун. Sweetheart, I'm home. Не, никого не вижу. Да. Это что? Сразу наверх или нет? Или сразу в начало игры? Вдруг я банку с клеем найду? Чтобы два раза наверх не лезть. Короче, я не знаю. Ладно, давайте. Пофиг. Мне уже надоел, конечно, этот верх. Так. Тебе, господи. Тут этого дурачка надо вырубать, да, только? По-другому я... А, зайду. Ай. Слеземётный кусок чертежа. Бэмс. Бэмс. Потому что ничего нет, все валим отсюда быстренько. Как пчелы эти мне. Тихо. Сразу? Нормально. Sweetheart, I'm home. Отстаньте. Отстаньте. Ауч. Потом все равно придется, значит, наверх лезть, правильно? Потому что клей я так и не нашел. Но кусок чертежа нашел. Бау. Ну что тогда? Катапультируемся вниз. А зачем мне слеземётная тема? Что я с ним сделаю? Интересно. Как мне сюда быстро залететь? А вот так. I'm home, honey. Угу. Ни хрена себе. Раз. Два. Три. Так и знал, что какие-то ништяки тут. Вы видите это или мне кажется? А что, как мне открыть это? А могу ли я как-то пострелять?
Какие злые сволочи. Сундук закрыт. Окей, там какой-то мажорный сундук. Пока его запомним вот этом доме. Отстань от меня. Так, а я все части, я не считал, сколько этих чертежей на собой. Отстаньте. Ты нашел все слеземеты, окей. Теперь верните слово, создайте с помощью компьютера, окей. Текс, компьютер. Теперь мы будем смотреть. Это ракета. А, значит. О, слеземет. Окей, эту штуку. Вот так. Дальше. Что у нас по плану? Давайте пока вот так как-то. А сразу ты. О, сразу видно. Мне кажется, вот так. Окей, это точно не сюда. Давайте пока в этот угол крутнем. Неправильно. О, видим. Видим. Подождите-ка. Вот так. Вот так. Окей. Так. Это у нас продолжение. Оп. Все нормально. Что не так? Я что-то не вижу пока. А что я не вижу? О, отлично. Увидел. А что слеземет делает, интересно? Что я смогу с его помощью делать? Может, мне подскажут? После того, как Гринч ввел в свой суперкомпьютер данные о своей любимой, верной и надежной стрелялке с слизью, он может нейтрализовать всех своих врагов, жителей Хувеля. Ведь в этой липкой слизи они просто застреют. А, остановить рождественские часы? Понимаете, да, что это значит? Наверное, слеземетом я смогу. Сейчас в первом левле часики остановить. Навсегда. Да. Все, да. Давайте на школьнике потренируемся, что будет с ним. Школьник, иди сюда. О, да, слеземёточ. Школьник. Давайте сразу в него кучу завалим слизи. Вау. Он все равно, вы в курсе? Слеземёточ просто бесполезная. А по подарочкам? Да. Жители Хувела просто в шоке от моего слеземета. А я могу с ним... А ну-ка. А, мне надо этого дяди полицейского, наверное, засунуть. Сейчас моя очередь стрелять, дядя. Выезд! Я могу на крышу этого дома залететь? Не, надо этого.
воздух лился? Ого. Ясно, извините. Комар вонючий. Так, а как подумаем, давайте, как остановить часы? Туда мы можем запрыгнуть? Нет? Не? Ауч! Я уже заобузил вроде как только можно. Видите, где я хожу? Ауч! Ты смотри на эту сволочь. Может, внутри? Давайте еще раз снизу что-то посмотрим красиво. Именно в нижнем. В верхнем все понятно, там мэр, все дела. А в нижнем что? Неужели там только бинокль был и все? Я вспомнил. Я, наверное, знаю. Помните там, где надо на лифте ехать вверх? Что там? Мои действия? Хувил. Здравствуйте, Хувил. Школьник свалил. Вот и пошел он. И что это значит? Игра в курсе, что у меня нету. Или я должен попасть так? Не знаю, короче. Зачем я буду? Буду я вот это еще не разбудить. Ага. Свободен. Дверь открыл, я пошел. Буду я еще тебя будить, не будить. Разбудим. Надо будет, проснешься. Так. А, башня с часами. Хватай рычаг. Тут почему-то ничего не работает. Вау, вот это я гений. Это пипец. Отпусти. Я гениальный. Гениальный, пожалуйста. Знакомьтесь. О, это медь. Это еще что? Это что? Головоломочка. Головоломка. Ну-го. Жесть, только не это. Окей. Ну. Окей. Ну. Все правильно? Мне все нравится. Да. Ну, окей, еще выше. Вы что, с ума сошли? Еще вверх там. Тун-тун-тун. А это еще что?
Дай угадаю. Пока не понимаю. Скоро пойму. Скоро поймем. Могу же его двигать. Точно плохо, так не надо. Вот так хорошо. Тут что? Нет, так тоже не надо, это бред. Вот так хорошо. Что здесь не так? И... Подождите. А что-то я не дороблю пока. Ну. А как я просто логически должен это сделать? Скажите мне. Чем я его должен активировать, взять? Сейчас уже интересная игра становится. Ну, понимаешь, вот проблема, да? И окей, да уберем тут что. Как дорубить, что надо там делать? Что? Мои действия. Окей. Влево, может? Окей. Активирую. Пожалуйста, игра. А почему? Нет, так не надо. Все ж отлично. Нет. Wait. Wait me, please. Ну, давай поменяли мы. Нет, надо вернуть все-таки. Центр я уже двигал. Ну. Окей. Вот теперь последнюю двинем. Окей. А теперь эту. И что это будет за ужас? А теперь эту. И что? А эту?
Нет, тогда центральную. Или эту все-таки. А теперь центральную. И что теперь мы делаем? Что я должен тут что-то пофиксить, нет? Ауч! Там вверху по... нету? Есть еще, да вы с ума сошли! Что я пока не выкупаю, что нам мне надо делать? Он не двигается. То есть я убрать его отсюда не могу. Так и должно быть. Так и задумано. Прикиньте. Так. Вот это задумка сумасшедшего. Поставил ящик. Окей. Центр тебе. Окей. Ну все же сейчас крутиться должно. Нет? Вау! Я что-то сделал, непонятно что. Вообще не знаю, что. Вау! Я боюсь представить, что сейчас сверху будет. Пипец. А еще выше есть? Еще выше есть! О мой бог. Так. Ладно. Давайте на этом пока закончим. Подписывайтесь на мои соцсети. Спасибо за просмотр. Это полная жесть. Но на этом пока закончим. Все. До следующей части. Давай поиграем с тобой в эти игры.